В новом выпуске программы «Компас ГИС. Туризм без багажа» мы расскажем о том, чем привлекает правый берег Волги. Сегодня мы отправились в легендарную Заволгу. Как зарождалось и развивалось одно из древнейших сел Самарской Луки – Рождественно. Мельницы, лесопилки, паровые мельницы, водяные мельницы – огромное количество людей привлекали вот эти производства сюда в Рождественно. Как создавались знаменитые заволжские монастыри? Владыка, посмотрев на храм, сказал: «Батюшка, отец Евгений, берите своих сестер-насельниц, монахинь, молодых несколько человек, и переезжайте сюда, здесь основывайте монастырь». Где можно переждать жару? Здесь круглогодично низкая температура, плюс 1,5 градуса. Вас ждут красоты национального парка, тишина и покой местных обителей и множество историй о людях, которые жили и трудились на благо родного края. Встречаемся на телеканале «Самара ГИС» 21 августа в 18:45.